Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Викулей пересаживаем цветочки, да? Да. Вот они у нас. Это перчики. Ого. Ого, да? Перчик. Ну, представляешь, там они уже цветут. Вот. Пора уже их давно пересадить. Вот это как будто перчик. Так это и уже и есть перчик, Вик. Смотри. Вот есть такая... Они похожи сначала на колокольчики малюсенькие. Да. А потом они... Вот купили мы вчера горшочки такие. Вот можете представить, что вот такой, значит, горшок стоит 55 рублей, а вставочка к нему 20 рублей. В общем, 75 рублей. Первый раз, конечно, я это видела, да. Это наш ессентукский производитель. Частенько я такие покупаю. Вот у нас есть дренаж, земля. Ну, мы сейчас пересадим. О, гляньте, еще у нас есть вот такой шансовый инструмент. Да? Нравится. Это я купила в магните такой. Лопатки. Удачно, да? Лопаточки. Ну да, там что у нас, грабельки? Да, вот так. Лопата совковая и лопата штыковая. Вот так. Вот это твердое очень, а вот это очень мягкое. Ну, сейчас мы пересадим и покажем, что мы будем, да? Вот, Викуля помогает мне. Давай, насыпай. Аккуратненько, только не рассыпай, ладно? Давай, вот. Да, керамзит она уже насыпала. Немного не доношу. Не доносишь? А ты не спеши. Потихонечку так. Вот, давай, давай, давай. Быстро раз туда. Ну, давай вот так поближе подвинусь. Ведро. У нас в ведре тут земля. Давай. Раз. Давай, давай, приучайся. Еще. Молодец. Молодец. Так, сегодня у нас Викуля сажает, гляньте. Это, я не знаю. Как у тебя, получается? Да. Ну все, под очень... чутким руководством, да? Да, очень. Все получится. Даже очень весело. Ой, как весело, ну надо же. Давай, давай, трудись. Ой, мама мия. Так. Все получается, да, вот с этой стороны, да, ровненько. Молодечек. Во, бабушка всему научит, что сама умеет. Давай, давай. И вот тут нужно посыпать. И вот еще вот. Вот, вот, закрепи. Чтоб не упал наш цветочек никогда. Да. Ровненько, ровненько держи перчик. Перчуня, держи. Перчуня, держись. Слыхали? Перчуня. Держись. Перчуня, давай, давай. Давай, давай. А ну-ка отпусти теперь его. О, держится. Молодец, yes. Yes. Ну, надо еще подсыпать, подсыпать. Еще мало земли, Викуль. Да. Там с той стороны, смотри. Ого. Давай, давай, молодечек. Пошел другой цветок. Насыпаем дружненько, молодец. Распределяй там земельку. Да, очень страшно. Вот так. Сегодня мама придет, а ты расскажешь, как ты сажала. Да. Сама сажала. Бабушка только руководит. Да, только бабушка показывает и руководит. Ты моя рыбка. Давай, давай. Дело так... идет, да? Да. Боялась, тут у нее руки тряслись, да? Да. Блин, земля такая мягкая. Конечно, она мягкая земля. Аж хочется потрогать. Сажаем второй цветочек. Да, это уже... Бабушка сама вынула, да, из стаканчика. Да. А то Викуля боялась. Потому что я не умею так. Ничего, научимся. Так, все, мы поливаем. Поливай, поливай, не бойся. Поливай, нам надо хорошо пролить его. Чтоб водичка, да, протекла, прямо там в тазике появилась. Давай, давай, давай. Так, не спеши, а то у нас сейчас... Подожди, 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 а то у нас сверху. Молодец. Сейчас оно протечет. Давай еще дальше поливай. Ну вот, мы завершили свою работу. Да, молодец. Схватывать на лету. Да. Да, посадили. Вот красота. Гляньте, уже перчик вот есть. Да. Вот он перчик. Смотрите, ой, вот не фокусируется. Вот он, да-да-да-да. Тихонько ручками не трогай. Ну, и кто у нас будет доволен этим всем? Дедушка! Дедушка, да. Когда вы посадите, когда вы не посадите. Ну все, пока-пока. Пока-пока, ребятки. Да, и поставьте Витьке лайки. Она заслужила. Так. Здравствуйте, ребята.
Мы пришли в комнату моего внука Димы. Посмотрите, что мы хотим вам показать. Его хобби. Дим, ну, может, ты и расскажешь, что бабушка будет, а? Что это у тебя? Это муравьиная ферма или же формикарий. Как хотите, можете называть. Ну, вот там самая огромная, которая находится, это королева ихняя. Ну, или же матка, которая как раз же их и производит, этих мурашей. Ну, да. Вот здесь вот находится арена, где они могут бегать, там им можно там еду давать. А вот это что в колбочке лежит? А, в колбочке, ну, там, это была поилка, но уже всю поилка? Воду. Влага, да, для них? Им обязательно нужна, оказывается, да. Влага. Вот сюда надо наливать... Чего ты волнуешься так? Не знаю. Ой, боже мой. Кипяченый... Вот такой волнительный парень он у нас. Сюда надо наливать кипяченую воду. Ну, понятно. Да. Вы знаете, он занимается этими муравьями уже очень-очень давно. Он сам это вот выписывает. Вообще, сначала он, значит, нашел на улице их собрал, еще маленький был. И они у него росли в коробочке. Можете представить, они жили целый год. Год. Потом он пожелал себе, конечно, купить. Ну, мы что-то так воспротивились. И выписал он просто муравьев себе. Тоже он растил их. Но они почему-то погибли. А это вот ему подарили. Бабушка Алла постаралась, да? Это папина мама. И вот, гляньте, он очень увлекается муравьями. Он волнуется, уж извините. Начинает сразу заикаться что-то. Вот такой у нас ферма у нас дома. Муравьиная. Вот так. А, кстати, вот здесь вот, вот этот проход закрывается специально, чтобы потом, когда уже муравьев станет здесь очень много, около 600-700 муравьев, когда в этой колонии уже будет, можно будет ее открыть и... Новый, да, к нему присоединить? Да. Ага, я ему подсказываю немножко, так ну, что... Да. Ну, ничего, все нормально, Дим, ну, что ты волнуешься? Я ему сколько говорю, давай я тебя сниму, он волнуется. Нет, вот Вика у нас не волнуется. Она умеет сниматься, да, Викушок? Да. Она тут рядышком. Так что вот такое у нас есть. Ферма по выращиванию муравьев. Ну да. Кстати говоря, вот эта колония муравьев – это месоструктор, ну или муравьи-жнецы. Они самые первые муравьи, которыми можно заниматься. Смотрите, понятно. Вот здесь вот у них находится еда. Так, конечно. Еда, да? Да. Вот что-то ну, чуткость какая-то, ну, не здесь поймут. Ну, они эту не используют камеру. Просто ее даже мусором засорили, потому что, ну, если она не используется, тогда можно ее засорять мусором. Угу. Здесь вот они отдыхают. Ух ты. А вот здесь находятся ихние уже... Яйца. Да, яйца. Да, они там повырастут, уже у него уже родятся, или как это правильно сказать, муравьишки маленькие. Угу. Да, они еще отличаются, вы представляете, какие, как, на кого они делятся? Там есть муравьи. Рабочие, солдаты, ну, повара есть, ну, и там няни. Которые, няни? Да, которые ухаживают как раз за этими яйцами. Ну, молодец вообще, мы это одобряем. Увлечение, молодец. И дальше также продолжай в том же духе. Молодец. Так, у нас сегодня... Так мало. Жара у нас очень. Обещают нам дожди. Так что так, ребята... Ты заслужил лайки. Ну, пока-пока всем. Скажите, что вы молчите? Не твора. Давайте. Всем пока. Удачи. Молодец. Все.